Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в нашу машинку. Что ж, поехали посмотрим. У нас новый автомобильчик такой вот мощный. И мы с вами, ребята, скоро завершим второй этап. Сегодня я хотел бы приобрести бронь на автомобиль. Посмотреть, как она будет выглядеть, эта бронька. Ух ты, как мы красиво встали, смотри. Ребята, практически... остановились даже. О, нам вот это не надо. Подъем. Нам такой подъем не нужен. Так, тихо. Коробочки падают. Ну, вроде бы как коробки, они не взрываются. Даже вообще никаких взрывов нету. Но зомбаков прям много добавили, я смотрю. Не было столько много зомбаков раньше. Вот и бочки прям вообще взрываются красиво. Ага. Так, все, закончилось топливо, и давайте мы купим с вами броньку. Ага, или колесики даже. Не, давай броню возьмем сначала. Вот такой вот, за 700. А, впереди будет бронь, да? И приобретем еще автомат. Да, оружие, которое убивает зомби. Ох, нифига, какой пулемет, ребята, это бомба. Сейчас посмотрим, как она будет стрелять. Да, она стреляет офигенно. Ох, тихо. Патрончиков у нас много. 20 патронов осталось. Так, сейчас посмотрим, как он будет стрелять. Так, мне нужно какого-нибудь зомбака найти. Ага. Так, здесь надо наверх. Полетели. Полетим, летим. Стреляем зомбаков. Если бы она еще по бочкам бы взорвала, было бы очень круто. Что бочки эти все уничтожала. Так, что-то мы застряли, что ли? Алло. Так, ускорителя нету. Так, что-то мешает нам. Надо прокачивать все-таки колесики нам. Колесики прокачивать надо. Хорошо. Сейчас мы, ребятушки, прокачаем колеса как раз. Дадут нам денежек. 1500. Так, а колеса сколько там стоили? 600 или 800? А, 1500 практически колеса стоят. Офигеть. А мы уже и прокачивали колеса, я смотрю. О, нифига, колеса какие. Новые. Я хочу новые колеса. 2500. Офигеть. Это сколько надо нам собирать? Ну, это просто две катки мы сейчас пройдем. И я обязательно куплю новые колеса. Ох, тихо. Давай, вперед. О. Да, ё-моё, все что-то мы... Ну, взрывает вообще нормально. Да, с новыми колесами. Вообще будет красиво. Так, опять здесь, в этом месте мы застреем с вами, ребята. Так, наверх у нас не получилось. Давай по низу поедем. Вот. Колеса-бомба. Сейчас я новенькие потом поставлю. Так, у нас еще и автоматик остается. Стреляет. Угу. Давай. Немножко, давай ускоримся. О, хорошо, топливо закончилось. Но мы здесь остановимся. Нам сейчас дадут побольше денег. 1200. На колеса не хватит. На колеса не хватает. На колеса не хватает. Ладно, давайте возьмем броньку. Посмотрим. Ага, вот вообще машинка стала красивенькой. Надо будет сейчас колеса прокачать и полностью бронь. Чтобы мы тут... все разбивали. Кстати, с бронью, я смотрю, прям лучше разбивает вот эти все бочки. Либо это колеса дают такой эффект. Либо бронь более мощная. Так, хорошо. Проедем здесь. Главное не нажимать на газ, когда он летит, машинка. Чтобы бензин не кончался. Так. Какие-то куски разорванных автомобилей, в том числе мы видим с вами, ребята, эти самые, как, господи, автобусы американские, вот эти вот школьные, да, разорванные по частям стоят. Это мы где-то в городе с вами едем. Но вот, вообще вот это самые игрушки, их и очень много лет. Я не знаю, почему они так долго ее не обновляли. Обновили только
Практически сегодня, ребята. Сегодня обновили игрушку. Или вчера даже. Вчера обновили игрушку. А до этого она не была обновлена. Ладно, едем дальше. Зарабатываем на новые колеса. Как раз сейчас еще раз проедем. Колеса будут у нас в кармане, так сказать, да, ребята? Ой, какой взрыв, а? Кстати, если при взрыве машинка, вообще анимация останавливается. Если мы включим на гашетку, либо на газа, либо на ускорение, то мы просто профукаем все ускорение. Оно просто сгорит. Да, поэтому здесь нужно думать, когда вообще нажимать на педальку, когда отпускать. Когда вот мы взлетаем, лучше на педальку не нажимать. Так, а здесь бы ускоритель бы не помешал бы. Так, а мы еще едем дальше. Неужели мы пройдем этап, а? Неужели мы пройдем этап, ребята, с вами? Нет. Да, ну, оставалось совсем чуть-чуть. Так, 1600 заработали. Надеюсь, на колеса хватит. Да, 2500. Давайте поставим. Лучшее сцепление с дорогой повышает вашу способность двигаться в гору. Вот такие колеса страшные, прикольные, красивые. Едем дальше. Посмотрим, на что способны эти колеса. Да, дают какой-то прирост ускорению. Заметный. Сейчас посмотрим. С коробочками. Справятся колесики-то эти или нет? Вроде бы так же. Но колеса смотрятся вообще офигенно. Так, бомбочка. Взрываем все зомбари. Так, а здесь смотри, как тяжело будет проехать. У нас ускоритель кончился. Все. Назад-то она не едет. Тут нет такого, чтобы наехала назад машинка. Не подумали разработчики об этой функции. Хотя бы она бы не помешала бы, ребят. Давайте приобретем. А, ну ладно, сейчас мы ускоритель добавим. На лучшем ускоритель. На максимум. Прокачаем. Оп-оп-оп. Смотри, видишь, как мы можем летать. Ага. Далеко мы не улетели с вами. Да, скоро этот этап мы закончим. Так, все. На этом у нас ускоритель заканчивается. Ну, и мы едем дальше. У нас еще много бензина. Бензина больше половины, ребята. Но он уходит тоже очень быстро. Давай, поехали. Да, сегодня мы с вами наконец-таки пройдем эту игрушку. Это будет вторая полностью пройденная у меня игра на канале. Первая Earn to Dine. Мы играли в нее, помните? То же самое, она очень похожа на эту. Тоже с зомбаками, тоже с прокачкой автомобиля. И мы официально завершили второй этап, ребята. Нифига себе. Я даже не следил за этим. Просто что-то говорил вам, рассказывал и ехал. А вот у нас сколько машин мы с вами прошли. Первая наша вот машинка. Потом третья пошли. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Ну, девятая еще пока нет. Написано, скоро будет, не знаю когда. Но будем ждать, потому что сегодня мы игрушку с вами пройдем полностью. Так, ну что ж, третий этап. Ого! Интересно. Сразу у нас начинается взлет вверх. Так, ну да, тут поверху едем. В основном они решили не делать по низу. Так, ну что ж такое тут? Ну ты чё? У нее задний привод. Все, мы встали и ехать не можем. У нас получается ведущие колеса сзади, задний привод. Но где у нас задний привод? Фига у нас не задний привод. Передний, что ли? Непонятно какой, короче, привод надо на двух колесах стоять тогда и ехать. Как это вообще называется? На половину проехали пути. Угу. Неплохо. А сколько нам денежек дадут за это? 1500? На 1400. Что-то не пожалели нам денежек. Что мы на... Ага, 5000 у нас, да, все. Ну, давайте приобретем мы ускоритель. Ох ты, как раз прокачали ускоритель, прокачали колеса. Круто, круто, круто. Скоро прокачаем пушку и прокачаем броню. Вот тогда будет вообще эпическая у нас машинка. Да. Броня и колеса. А, колеса прокачали. Броня и пушка.
Так, смотри, как мы летим, а. Так, нам эти воздушные шарах, это что-то новенькое, ребята. Это что-то новенькое, вообще такого никогда не было. В этой игре. Да, обновили игрушку. Так, что у нас здесь? Притормаживает? Нет, давай. О! Кстати, какая вам больше машинка понравилась в этой игре? Скажите, напишите мне в комментариях. И что будет в конце? Скажут, ребята, ты еще не прошел всю игру. Жди нового обновления, типа такого, может, скажут. Не знаю. Наверное, скорее всего, так и скажут. Ну, а до третьего этапа тут совсем чуть-чуть нам осталось проехать. Но машинку еще прокачивать надо, ребята. Еще много чего прокачивать в этом автомобиле. Ну все, доехали мы, проехали. Сколько чего получаем? Ну, 2000 получим. Ага, практически 2000. Ну, пока... Так, а мы что тут прокачаем? А, мы, ну давайте тогда броньку прокачаем уже в следующей новой серии. Тогда будем эту серию заканчивать, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, передавайте привет. Ну что ж, пока-пока.